Всем привет, друзья! Вы на канале ТНТ Фокс. Что же, ребят, осталась заключительная серия взрыва петард под водой. Смотрите, сколько петард осталось в коробке. Вот, сегодня мы их довзрываем. Я оставил самых мощных, таких интересных, чтобы вы посмотрели. Что ж, посмотрим, как они будут взрываться. Ставим камеру и будем начинать. Кто не видел, ребят, предыдущие взрывы в воде, обязательно заходите на канал, смотрите. Взрывы были классные, интересные и насыщенные. Что ж, начнем с розочки. Розочки в воде взрываются классно, поэтому давайте с них начнем. Так, одна выпала. Ну ничего, у нас тут еще есть много. Так, давайте. Подправим сразу фитили, чтобы они не затухли. Есть. Так, первая. Давайте попробую сразу две одновременно, потому что когда бросаю, они что-то оттухнут. Ну, одна не взорвалась, что поделать. Так, следующие на очереди. Вот такие мыши, давайте их тоже побольше. Не получается. Ветер. О, пошла на дно. Так, давайте попробуем взорвать Корсара 4. Я эти еще не тестил здесь. Давайте повзрываем их. Красные, посмотрим, как они взрываются. Даже самому интересно. Так, давайте для начала два. Блин, два не получилось. Так, идут на дно, можно смело бросать. Ага, они еще и тухнут. Ребят. Есть. Давайте дальше. Взорвем вот такие мощные три штуки. Ух ты шо, этот на поверхности взорвался. Так, вот эти, по-моему, идут на дно. Так что мы их забросим вот сюда. Вот землетрясение. Так, еще один Crazy Robots. Тоже идет на дно. Давайте его туда. Хороший взрыв. Так. Ставим штатив. Давайте дальше взрывать. Так. Стоять, не падать. Так, у меня есть тут классные петарды. Вот такие, смотрите. Хотел вам самолеты снять. Давайте вам сниму. Двое полетели. Так, устанавливаем. Попробуем сразу все бросить. Так, есть, солнце немного зашло. Не так жарко. Давайте Корсары 2. Тоже возьму. По три штуки. О, один на поверхности.
Так как-то скучновато они взрываются. Давайте тогда пятизрюки. И есть у нас тут пятизрюки. Блин, кто-то с зажигалочкой. Так, пора взрывать еще что-то мощное. Супер Бенджер. Это я понимаю, мощь. Так, за ним пойдет Крессор 8. Есть. К-01. Ничего себе, К-01 на поверхности взорвался на улимец. Интересного осталось. Петарды очень быстро в воде заканчиваются. FP3. FP3 и Крессор 7. Блин, FP3 классно на воде взрывается. Эх, рано бросил. Давайте Крессор 7. Еще бахнем. Смотрите, есть у нас Корсары 4. Вот такие. Давайте все взорвем, чтобы я их не тащил домой. Буду по одной бросать. Так. Есть у нас два треугольника. Так, два взрыва. Вот такая петарда горела бомб. Блин, взрывается на дне, давайте ее. Под берегом лупануло. Красава. Так. Black Devil. Не знаю, как рванет, но давайте. На дно пошла. Давайте проверим, какая P2000 взрывается помощнее. Бенджер от Фурора или P2000 от Максим. На скидку P2000 от Максим было лучше, но Бенджер взорвался тоже классно. Так, давайте, что еще такого забахать, сейчас подготовлю. Так, у меня осталось FP3, целая куча, давайте их повзрываем, они очень классно взрываются, думаю, вам тоже нравится. Давайте сразу две, вот так чуть-чуть дальше. Блин, одну взрывом задело. Нужно их в разные стороны бросать. Ты шо, меня так оглушило, капец, просто звенит в ушах. Ребят, ну что, напоследок у нас осталась супер мощная петарда Крессор 12. Попробуем его тоже по центру взорвать, чтобы было лучше видно взрыв. Посмотрим, как она взрывается вот такой толщины. Так, обязательно поставьте лайк за данные петарды.
классно рвануло. Но напишите, что вам больше показалось круче, Corsair 12 или вот такие FP3. В общем, если хотите, чтобы еще повзрывал каких-то петард, например, FP3, К1000, такие, что взрываются классно на воде, пишите, предлагайте, возьму целую коробку. Могу даже упаковками взрывать. Ребят, вот так одна за одной бросать. Будете смотреть топовые взрывчики. В общем, если вам такое понравилось, поставьте лайк. Для вас еще поснимаю такого, ребят. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на второй канал. Ссылка на него будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходит тоже топовое видео со взрывами данной пиротехники. Какие-то эксперименты провожу. Стараюсь уже больше снимать, ребят, каких-то взрывов предметов. В общем, все такое. Также стиральные машинки и такие большие крупные предметы. Поэтому, ребят, обязательно эти видео поддерживайте. Открывайте вкладку «Все видео», ищите, прописывайте туалет. Например, петарда против туалета или петарда против телевизора. Петарда vs телевизор, vs холодильник. Короче, стиральная машинка с петардами. В общем, такое. Посмотрите мои крутые ролики. Я старался для вас снимал, брал там супер мощных петард. Обязательно, ребят, поддержите эти все ролики, потому что, ребят, очень старался, потратил очень много пиротехники. А что-то последние видосы перестали набирать просмотров. Или просто, ребят, некоторые пока не смотрят, пока не сезон, поэтому перестали смотреть. Но ничего, ребят, я думаю, вы посмотрите обязательно мои ролики, когда будет сезон, когда будет пиротехника популярна. Поэтому, ребятки, поддержите лайком. С вас лайки, с меня новое видео. Не забудьте подписываться на каналы, ставить лайки. Вот здесь 4 видео посмотреть, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, жду вас в следующих видео. Не забудьте написать в комментарии вашу любимую петарду и какие петарды взрывать еще в воде. Если хотите чаще видосы с водой, пишите. Буду чаще взрывать и чаще выпускать на канал такие видео. Пока-пока, до новых встреч.